Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Небольшой лайфхак от меня. В ресторанах быстрого питания можно встретить вот такие вот стаканчики для кетчупа. Обычно в них не очень много помещаются кетчупы, и приходится брать или две, или два раза бегать. Я предлагаю сделать вот такую вещь. Разделить эти складочки приблизительно через две. У нас получится стаканчик, в который помещается в два раза больше кетчупа. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч. Пока!